Mais chez moi, nous, il faut faire dodo. Tous les enfants de la Terre font dodo. Tout le monde fait dodo. Non, c'est pas dodo. Non, c'est dodo aussi. Трогательное повествование о том, как благодаря ребенку взрослым удается сохранить отношения. До ПАДО – фильм совместного производства Польши и Франции. На экране история семьи, которая может разрушиться из-за непонимания между супругами. Неяркий свет, приглушенные цвета и нежная музыка. Колыбельная. Ею начинается и заканчивается кино. Этот фильм режиссера Петра Вьяковского победил в номинации «Лучший композитор». Программу фестиваля короткометражного кино «Парижские сезоны» в Самаре показывают во второй раз. Зрители очень тепло принимают наши программы, и ходит зритель такой, который любит именно интеллектуальное кино, язык оригинала. Людям нравится язык оригинала, именно слушать вживую и переживания актеров. В программе лучшие фильмы фестиваля. Их создали режиссеры из Бельгии, Испании, Швеции, Аргентины. Понять иностранную речь помогают русские субтитры. Комедии, мелодрамы, драмы, жанры кино самые разные. В каждой ленте повышенная концентрация смыслов и идей. За несколько минут здесь рассказывают истории длиною в жизнь. Сюжетные линии захватывают и удивляют. Первый фильм, у меня было совсем другое как бы понимание в начале, для чего был снят этот фильм, а уже как бы в финале совсем другой, неожиданный как бы финал такой, вот, не то, что думалось изначально. В этом году «Парижские сезоны» пройдут в 30 городах России. В следующем фестиваль продолжит большое турне по стране. Алина Чемерез, Дмитрий Мешканцов, «События».